Сейчас к дорожной теме. Для ремонта дороги в Твери временно закроют движение по улице Фадеева. Ограничение движения транспорта и парковки начали действовать с вечера вторника 27 августа и продлятся до утра 30 августа. Речь идет об отрезке улицы Фадеева между улицей Орджоникидзе и Волоколамским проспектом. Ремонт дорожного полотна по улице Фадеева выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Объезд организован по прилегающим улицам. Подрядной организации предписано обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной ГИБДД по Тверской области.